Привет, ты на канале Дивигейм, и сегодня у нас BioEvil 4 или пиксельный Resident Evil 4 на Sega Mega Drive либо Dendy. Как бы это было, давай посмотрим, сейчас я пройду. Это демка, всего лишь версия 0.2.5. Сейчас мы ее быстренько с тобой пройдем целиком. Итак, выбираю легкий режим, потому что остальное это хардкор. Начинаем, выбираем, да, все, тут управление, выбираем. Леон приезжает на своей шикарной машине. У Леона что есть? Что есть у Леона? У него есть, короче, прыжок и есть выстрел. Больше он ничего не умеет, он даже стрелять вверх не умеет. У нас есть шипы, и злобные женщины с ножами уже бегут к нам. Мы идем в деревню. Шипы перепрыгиваем. Женщин тоже бывает перепрыгиваем, если нам неудобно. Чувак с вилами, тоже его перепрыгиваем. Так, и вот еще одни кидают. Кидают еще одни серпы. Надо их тоже. Он по три раза, как ты видел, кидает. А потом немножко отдыхает. Пока он отдыхает, мы его уничтожаем. 500 монет берем, идем дальше. Раз, два, три, пошли. Хорош, спрыгиваем, берем монетки. Так, у нас есть первый дом. Заходим в него, сохраняемся. Естественно, чекпоинт. Берем все жизни. Погнали дальше. Так, аккуратно. Чувака этого лучше перепрыгнуть. Мост, надо по нему быстро пройти. Он разваливается нафиг. Тут прыгаем, стреляем. Прыгаем, стреляем. Теряем одну жизнь. Ну хрен с ним. Одна жизнь для нас это мелочи. Хорош. Берем опять жизни все. Так, аккуратно. Тут динамиты начинают падать. Непонятно откуда динамиты. Так, вот падает, прыгаем. Взрывается, перепрыгиваем, идем. Тут, в принципе, тайминги. Тайминги, еще раз тайминги и все. Так, бежим. Тут опять чувак вот этот. Хорошо, убиваем его. Прыгаем сюда. Хорош, быстренько все. Чувачка этого тоже можно убить, у него выпадают деньги. А мы идем дальше, у нас дом. Опять мы проходим мимо пройти не можем. Только в дом, только сюда. Только хардкор, берем жизнь, сохраняемся и пошли дальше. Дом у нас длинный, непростой. Вот уже мутированные чуваки-зомби выходят. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, чуть-чуть бы я бы просто упал бы на шипы и сдох. Но я выдержал. Так, бежим. Тут надо осторожно и быстро. Все сыпется. Так, вот этих я вообще не знаю, их можно ли убить или нет. Раз, два, три. Хорош. Перепрыгиваем. Убиваю тебя, чувак. Вверх, жалко, он стрелять не может. Так было бы хорошо. Так, в доме стоим, в доме проходим. Так, перепрыгиваем. Тетю эту. Вот эти я вообще не понимаю, как их убивать. Я... Видишь, я в него стреляю. Не, он походу вообще... Не. Вообще беспонтово. Вообще просто вот просто беспонтово. Идем дальше. Падаем вниз. Взрыв какой-то непонятный. И у нас тут Леон. Да, Эшли. Леон кричит. И у нас босс. Короче, этого босса я так и не понял, как убивать. В смысле, вот по вот этой тактике. Он меня просто хилит. Я не успеваю здесь как-то что-то вот так вот пропрыгнуть. Не дают возможности. Смотри, просто прыгаю. Все, убиваю. Я тебе говорю, сразу, мгновенно. Просто мгновенно. Так, ладно. Так. Отсюда я его начинаю стрелять. Я у него хапаю половину жизни. Ну смотри. Просто нереально. Я тебе говорю, просто ты тупо не успеваешь. Вот я бегу, смотри. Вот я прыгаю. Хорошо. Но я не успеваю развернуться. И вот, хорошо получилось. Получилось, разочек получилось. Хорошо получилось, но у меня осталось две жизни, он меня просто убивает. Поэтому я, короче, читерский метод принял. Я понял, что это нереально. Я принимаю читерский метод, смотри. Самый читеривский. И погнали. Просто его фигачу. Все. И потерял всего одну жизнь. Всего одну. Просто мега быстро стреляешь. Так, у нас Эшли спускается. На бензопилу осторожно, Эшли.
Осторожно уходит в сторону. Леон, спаси, я тебя спасу. И я тебя спасу. И мы проходим первый уровень. Комплит. Два раза всего сдох. Получил 400 монет по времени 201 секунда. 6975 очков. И на этом все, к сожалению. Маленькая, но перспективная. Кайфовая. Если ее сделать до конца, я обязательно прохожу. Нравятся такие видосики? Лайк, подписка, колокольчик, чтобы не пропустить стрим, обзор, прохождение, летсплей. Подписывайтесь на все социальные сети, все ссылочки в описании. А мы увидимся в следующем видосике. До встречи, пока, друзья.